Дорогие друзья, сейчас через несколько секунд вы увидите выступление ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева. И это то выступление, в котором мы хотим объединить два праздника. Один традиционный праздник, который мы знаем, любим и с великой радостью поздравляем наших замечательных женщин. И второй, который идет, в общем, достаточно в таком небольшом интервале, это День счастья. А счастье, наверное, это вообще работать с детьми. Непростое счастье, но это на самом деле счастье, когда ты видишь на сцене, и дети вот этим настроем, вот этой радостью делятся со всеми, кто их видит и слышит. Поэтому, дорогие наши, мы поздравляем вас, кого не успели поздравить с 8 марта, мы поздравляем, продолжаем поздравлять и объединяем с этим новым замечательным праздником День счастья. Будьте счастливы, дорогие! Солисты
Маша Быковская и Никола Дмитриев. Степанова, концертмейстер Елена Александровна Пивоварова. Разные это.
Спасибо, солнышко, за лучики вашего таланта. Весна. Скоро на Воробьевых горах возле нашего прекрасного дворца зацветет сирень. Один из самых красивых сортов сирени назван в честь известного балетмейстера, педагога ансамбля Елены Рассе. Очень яркая, нарядная сирень, так же, как и все номера, поставленные Еленой Романовной. Венгерский танец. Постановка заслуженного деятеля искусств России Елены Романовны Рассе. Yeah.
Слова Ибряева. Будет садом город мой. Солисты Юлия Ким и Даша Зинкович. Thank you.
повести Пушкина «Метель» исполняет оркестр, дирижер Александр Сафронов. Молдавский шуточный танец «Хитрые прачки». Хореография народного артиста СССР Игоря Моисеева. Thank you.
песня Селита Линда, солистка Марина Гутерман. Thank you.
большинство людей, которые следят имени Локтева, знают, что этот коллектив всегда с большой радостью работает со своими коллегами. И сегодня мы хотим представить наших друзей, которые впервые выйдут на сцену вместе с оркестром ансамбля. Встречайте, театр моды «Василиса», Центр художественного образования. Руководитель Наталья Васильевна Воропаева. Хореографы Жанна Рашатовна Кветная и Алена Алексеевна Бажинова. Перед вами «Модное раздолье». Thank you.
Филатов. Слова Энтина. Прекрасное далеко. Солисты Саша Кабанова, Ксения Рослякова, Лена Александрова. Постановка заслуженного деятеля искусств России Геннадия Баишева. Солистка Варя Добровинская. Скорее, чем меня ли, верю, что придет.
Ахмутова. Слова Добронравова. Русский вальс. Солистка Вика Аймулединова. Thank you.
Ганс Циммер. «Попурри» на тему мелодии из кинофильма «Пираты Карибского моря» исполняет оркестр. Ансамбля имени Локтева Леонид Михайлович Фраткин. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень радостно видеть наших замечательных детей не на экране компьютера,
Замечательно видеть вас всех, наши дорогие друзья, в зале. Конечно, несколько меньше, чем мы привыкли, но я думаю, что все наши аншлаги, они, в общем, не за горами. В этом у меня никаких сомнений нет. А что бы мне хотелось сказать об этом номере, который вы сейчас услышите? У нас, знаете, возникла идея сделать номер, в котором мы бы объединили всех нас, наших замечательных детей, которые перед вами, наших прекрасных педагогов и родительское сообщество. И вот я хочу вам представить людей, которые сейчас выйдут на эту сцену. Обработку сделал наш замечательный дирижер Александр Сергеевич. На саксофоне сыграет Федор Александрович. Федор Александрович, вы где? А солистом этого номера будет Евгений Петрович. А номер я даже, наверное, не буду объявлять, наверняка вы его все знаете. Спасибо большое. Крутится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. А вот янта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Родная, как же мне быть? Мне эту барышню не разлюбить. В сердце огонь разгорается, страсть. Барышню, видно, придется украсть. В сердце огонь разгорается, страсть. Барышню, видно, придется украсть. Крутится, вертится шар головой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Чичков. Слова Прицковского. Детство – это мы. Постановка народного артиста Украины Николая Коломийца.
на сцене. Меня зовут Леонид Михайлович Фраткин. Спасибо. Ух ты, как здорово. Дорогие друзья, спасибо вам громадное. Федор, громадное спасибо тебе. Я хочу еще раз, чтобы вы встретили аплодисментов нашего замечательного ведущего Федора Кремкова. Группа «Конферанс» Центра художественного образования. И такие же аплодисменты его замечательному педагогу Светлане Александровне Силантьевой. Светлана, будьте любезны. Какие чудеса растят наши педагоги. Спасибо вам. Спасибо. Федор, у тебя сейчас самая ответственная задача этого концерта. Понимаешь, какая? Да. Ну, давай, угадывай, какая. Позвать. В микрофон только, а зато не услышит. Позвать дорогих женщин и уважаемых педагогов. Ансамбля «Песни и пляски» имени Локтева. Локтева. Дорогие дамы, дорогие наши женщины, Не стесняйтесь, пожалуйста. Проходим. Дорогие друзья, давайте. Эти люди сотворили чудеса в дистанционном образовании. Ребята, давайте. Наши сувениры. На самом деле, это чудо за этот год, когда все сидели дистанционно. Вот такое качество. Браво! Спасибо большое. Спасибо. Федор, еще раз тебе большое-большое спасибо. Ты был украшением этого концерта. Надеюсь, ты с нами еще поработаешь? Конечно, мне было... Очень приятно с вами работать. Мне так понравился этот концерт. Спасибо всем ребятам. Вы очень хорошо потрудились. Ну и, конечно, спасибо нашим замечательным педагогам. С праздником! С праздником! Ой-ой-ой-ой-ой, извините, все-таки. День рождения наших замечательных девочек Диана Михеева и Арина Жучкова. Еще раз, пожалуйста, аплодисменты от этих прекрасных артистов ансамбля Локтева. Да.